Семинар-совещание провели в Тамбовской областной думе. В нем приняли участие председатели и секретари территориальных избиркомов региона. В начале заседания прошла церемония награждения организаторов, прошедших в прошлом году выборов. После обсудили задачи на предстоящие. Всего в регионе будет 19 избирательных кампаний, самая глобальная из которых – выборы главы администрации Тамбовской области. Готовимся работать под камерами видеонаблюдения. Их будет столько же, сколько на выборах в прошлом году. Помним, 332 камеры помещения для голосования и все 32 ТИКа тоже под видеонаблюдением. Также планируется работа Центра общественного наблюдения. Базироваться он будет в Тамбове. Наблюдать за информацией с видеокамер будут в круглосуточном режиме. Помимо прочего, в рамках заседания обсудили вступившие в силу изменения избирательного законодательства.